Главный праздник этой недели – последние звонки. В отличие от прошлых лет, они прозвучат не в школьных дворах, а онлайн, на общегородской линейке. И вы увидите ее в пятницу, 29 мая в 12:00 на всех интернет-ресурсах нашей телекомпании и по телевизору, конечно, тоже. Безусловно, присутствовать на последнем звонке в школе – это яркое впечатление, воспоминание, но мы постараемся сделать так, чтобы эти 35 минут, посвященные последним звонкам 2020 года, тоже запомнились и учителям, и родителям, и, конечно, выпускникам. Теплой, тихой осенней порой постучимся мы в окна твои. Двери настежь свои открой, на минуточку нас пусти. Там, где сотни счастливых глаз, где повсюду лишь звонкий смех, где тетради оторван лист, это школа, любимей всех. Если грустно тебе, плачь, если радостно, улыбнись. Скоро мы улетим вдаль, словно стайка шаров ввысь. Итак, в пятницу, 29 мая в 12:00, последние звонки в общегородской школьной линейке онлайн на нашем телеканале и на Фейсбуке и на страничке Ютуба.